Мур, привет, друзья, с вами Зверько. Вот праздники проходят постепенно, и мозги неохота пока напрягать. Поэтому покажу вам навыки некоторых персонажей в режиме Mayhem. К сожалению, текстового описания нет, и все приходится тестировать на себе с пингом и зависаниями. Как всегда, вместо регена у нас навыки прибытия, но это еще не все. В союзном лесу заряжаются со временем телепорты, встав на который вы можете переместиться на другую часть карты союзного леса. Вот некоторые персонажи. Белерик. Изменения навыков неявные, и они не меняют геймплея от слова совсем. Нам дается больше хп за собранные предметы, и ульта защищает сразу от 70% входящего урона. Но даже это даст возможность повеселиться. Дальше Люнокс. Графически немного изменили навыки и сократили КД первого навыка до секунды, теперь она магический пулемет. А вот Леоморт уже интереснее. Первому навыку расширили область действия, а в ульте первый навык не только получил расстояние применения, но теперь и подкидывает врага, а второй навык дает очень далекий рывок. Жаль, пинг не позволяет повеселиться на тестовом. Гассен становится воистину смертоносным. Шутка ли, вторым навыком он раскидывает 15 ножей, а использовав ульту, количество достигает 30. Первому навыку в этом режиме добавили расстояние. В совокупности убийца становится сверхопасным. We'll be right back.
также восхищает Селена. У первого навыка убрали лимит в 3 мины. Теперь можете заставить хоть всю карту. А если кто забыл, то прибытием можно перемещаться на любую мину Селены. Более того, второй навык выстреливается веером, и если хоть одну мину зацепит, то усиливаются все 5 снарядов, а это практически гарантированное попадание и комбинация. Что ж, ждем-ждем этот режим. А в ожидании подпишитесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!